Приветствую всех на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить салат оливье. Для этого нам понадобится 800 грамм филе куриной грудки, 10 яиц, 1 килограмм огурцов, 1 килограмм картофеля, 1 банка консервированного горошка, 1 столовая ложка соли, 200 грамм майонеза, 1 луковица. Отвариваем до готовности картофель, яйца, мясо. Охлаждаем. Нарезаем мелкими кубиками луковицу. Огурцы нарезаем мелкими кубиками. Мясо нарезаем мелкими кубиками. Все выкладываем в большую емкость. Туда добавляем нарезанные яйца. Добавляем нарезанный картофель. Солим. Добавляем консервированный горошек. Добавляем майонез. Все хорошо перемешиваем. Салат готов. Приятного аппетита!